Добрый день, с вами Империя Пикчер, и сегодня покажу вам, как нарисовать северное сияние акварелью. А если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение. Заходите и обучайтесь вместе с нами. Сначала мы карандашиком HB намечаем горизонт в нижней части листа. Небо будет занимать большую часть листа. Снизу мы намечаем вот такие вот горочки снежные, тоже будут располагаться в левой половинке листа. Намечаем такую двойную горочку, одна повыше, вторая немножечко пониже. Также будет неровный край у горизонтальной линии. Сверху мы намечаем примерный силуэт северного сияния. Он у нас будет вот так вот посерединке неба проходить немножечко в нижней части. Чуть-чуть ниже, все-таки не делим на равные половины никогда. Необходимо разнообразие. Ну и в принципе рисунок готов, остальное мы сделаем акварелью. Возьмем среднюю кисть и намочим поверхность неба полностью. А пока вы это делаете, я вам напомню, что в нашей художественной школе открылось заочное обучение. Теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома, а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства. И сделать свое любимое дело своей профессией. Ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео, и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней. Ждем вас к нам на обучение. И берем в чистом виде ультрамарин синий, наносим на верхнюю часть листа. По мокрой бумаге, как вы видите, начинает очень красиво растекаться. Далее снизу мы добавим немножечко фиолетового. Не берем краску слишком густо, немножечко разводим ее с водой. Чуть ниже мы смешаем голубой и изумрудный зеленый цвет. И нанесем на область вот именно свечение. Такой зеленоватый оттенок. Снизу можно взять красочку понасыщеннее, то есть потемнее, поярче. Плавненько размываем. Также смешиваем тот же оттенок и наносим на оставшуюся часть северного сияния, подсвечиваем его. И остается дописать уголочек. Тоже можно голубым оттеночком, немножечко зелени, изумрудки. Получается такой оттенок бирюзовый, красивый. А снизу мы также добавляем синий оттенок. Можно смешать немножечко с фиолетовым, рядышком пятнышко положить, аккуратно растянуть по нижней части неба. И оставить подсыхать. Можно кистью чистенькой промокнуть в северном сиянии краешек, чтобы его еще сильнее подсветить. Снизу у горизонта оставьте небольшую светлую полосочку, которую мы заполним таким желто-оранжевым оттенком. Проходимся по краю, показывая солнечный закат. Белые места записываем. Можно сделать переход вот тут от северного сияния к небу, к высоте, вот более выше. Сделать там растяжечку, взять средний тон между ними, тоже бирюзового оттенка. Верхнюю часть неба можно усилить, затемнить. Смешиваем синий, немножко черного можно добавить, совсем капельку. И линию фиолетового оттенка выводим. В целом подзатемняем немножко небо. И далее переходим в нижнюю часть, ее будем уже по сухой бумаге писать. Используем тот же ультрамарин, фиолетовый оттенок, только эта часть будет посветлее, чем небо. Вот эти горочки снежные у нас также будут в голубых оттеночках. Мы пока что нижнюю часть вот так полупрозрачно наносим и обобщаем. Не выписываем пока что детали. И затем можно уже добавить собственных теней. С левой стороны на
на горочке вот этой нашей более высокой обозначаем тени, оставляя такие участки света на ней небольшие. На дальнем плане тоже можно наметить легкими пятнышками тени. Также затемняем дальний план, проходясь вот тут аккуратно по краю. Желательно делать плавненькие переходы. Можно растягивать их с помощью пятен, использовать различные по размеру пятнышки. И вот здесь вот на второй горочке тоже добавляем темный тон голубой. И вот тут вот вводим у передней горки в уголочек прям тень. Можно вот здесь вот уголочек немножечко подмыть, если растекается. И взять туда, вписать желтенький оттеночек почище. И подправить небо. Оно будет светлее, чем горка, чем тень горки. У нас небо подсохло немного. И мы в нижнюю полосу под северным сиянием, свечением, тоже добавляем более темный оттенок неба. Используем те же цвета, ультрамарин фиолетовый, в разном соотношении. Используйте большую вариацию оттенков, смешивая их между собой. Будет интересней. Можно аккуратненько сюда внедрить еще и голубенький и связать нижнюю часть, которая снежная, с северным сиянием, как будто бы такие общие оттенки начинают проявляться. Продолжаем прописывать детали. Можно оставлять работу подсыхать, чтобы не писать по-сырому поверх, потому что все будет растекаться, и можно потерять четкие контуры. Нам сейчас их нужно создать. Мы затемняем тоже дальний план, добавляя туда пятна и обозначая и там такие вот пригорочки, холмики. Дожидаемся, пока подсохнет у вершины, и начинаем ее затемнять, отделяя от неба. Немножечко совсем затемняем, не слишком тут темный тон будет, просто важно отделить от неба немножко. И вот так вот уводим вниз. Аккуратно так расширяем тоже нижнюю часть и более прозрачно выводим вниз, добавляя чуть воды побольше. На вторую горочку тоже, вот начиная от края, где у нас тут идет свет, светлая полоса, используем синий и фиолетовый оттенок, наносим на дальнем плане. Переходы делаем аккуратные. Немного размывая край, можно это делать чистой водой, кисточкой. Смешаем тоже такой темненький оттеночек синего фиолетового и добавим на дальний план, как горы, такой аккуратной полосой. И вот такое северное сияние акварели у нас с вами получилось. Присылайте ваши результаты к нам в Инстаграм, мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице. Ссылка на Инстаграм в описании к видео. И на этом я прощаюсь с вами. Не забывайте поставить лайк, написать хороший комментарий и подписаться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!